Сегодня мы предоставили обращение, коллективное обращение к акиму города. Это обращение посвящено проблемам воздуха в городе Алматы. И мы говорим о том, что для того, чтобы решить проблемы города именно вот в этой части, необходимо принять решительные меры. Нужно в конце концов дать оценку состояния города, официальную оценку, признать, что ситуация критическая, нужно поставить стратегическую цель улучшить воздух в Алмате и нужно выразить готовность принять какие-то решительные меры. Наше обращение опубликовано на сайте Общества «Зеленое спасение». До 15 января мы собираем подписи и будем потом передавать все это в Акимат. Мы и подписные листы можем прислать вам по электронной почте. Позвоните нам по телефону 777-213-0560.